Окружная администрация города Якутска проводит ежегодную ярмарку цветов на площади Орджоникидзе. Ярмарка приурочена к юбилею Якутска в рамках направления «Якутск. Город возможностей. Года добра». Ярмарка представила яркие экспозиции всевозможных цветов. Украшением ярмарки станет конкурс флористов, участниками которого являются индивидуальные предприниматели, садоводы, торговые фирмы и частные цветочные салоны. Победители определят по различным номинациям. Ярмарка продлится 3 дня. Мы ее проводим вот как раз в начале августа, потому что это самое лучшее время. Сами видите, сегодня очень хорошая погода, когда можно представить все цветовые композиции, цветы. И когда покупатель дается спокойно выбрать то, что им понравится сегодня.